Сейчас у нас будет определение 5 участников кастинга. Я позову, наверное, на сцену ребят, те, кто, собственно, ведут этот проект. Это Юрий Иванов и Федор Голиков. Пригласим на сцену первого победителя. Это Лещенкова Екатерина Владиславовна. Просим. Любой желающий может принять участие. Сегодня познакомитесь, завтра свидание. Окажут профессионалы. Спасибо. Вот, что ты... Спасибо вам большое. Как во Франции. Меня зовут Катя. Наш второй финалист Агапов Арсений Евгеньевич. Фестиваль мыльных пузырей, мыльный город. Пойдемте посмотрим. По древнеславянской примете, если запустишь мыльный пузырь на воду, то счастье и радость посетит твой дом. Друзья, рядом со мной Александр. Александр – это тот человек, который буквально только что на сцене показывал нам удивительные вещи с мыльными пузырями. Рядом со мной замечательный певец. Может, вместе с вами скажем в камеру «Питер онлайн, спасибо тебе!» Вам спасибо. Вот таким получился у нас фестиваль мыльных пузырей. Спасибо, друзья. Счастливо. Наш третий финалист Марков Дмитрий Алексеевич. Пожалуйста. 6 мая, Елагин остров. Мыльный город называется мероприятие. Чтобы разобраться, что к чему, нужно поспрашивать людей. Первый вопрос. Кто вы такие? Мы все участники фестиваля. Я, ты, он, вы все. Чувствовать несколько объятий в день. Это любовь. Сюда приходят пофотографироваться, сделать аватару для социальной сети. Главное мероприятие закончилось. Спасибо большое всем, кто смотрел этот репортаж. До свидания. Наш четвертый финалист Исаев Константин Сергеевич. Мы находимся с вами на одном из самых красочных событий, которые происходят в Петербурге. Разговариваем с виртуозом, мыли пузырей для соснования. Сейчас я хочу побыть самым маленьким. Добрый день. Добрый. Вам дать советик, как пускать пузыри. Это надо делать так плавно и с чувством. Мы хотим с вами попрощаться и надеемся, что в следующем мероприятии вы будете с нами. Сейчас будет назван последний финалист. Ее зовут Елизавета Шлопова. Итак, а мы направляемся к главной сцене ЦПКО. Жди меня там! Смотрите наш видеоблог. Сегодняшний такой волшебный день сбываются все самые сокровенные мечты. Mercedes GL, Porsche Cayenne.